Имя прославленного ульяновского мотогонщика, мастера спорта СССР Льва Петровича Ерохина на протяжении 2 десятилетий гремело не только по всему Поволжью, но и за его пределами. Благодаря семье Льва Ерохина, дочери Ирине Зубовой и сыну Алексею Ерохину, сотрудникам Ленинского мемориала удалось создать на территории павильона «Гараж СССР. Ретро-мототехника» уникальную выставку о чемпионе СССР по ипподромным гонкам, где представлены подлинные вещи Льва Петровича. Особенно интересно, что представлены 3 мотоцикла для гонок. То есть наши экскурсоводы расскажут, чем отличались гоночные мотоциклы от обычных мотоциклов, почему гоночный мотоцикл мог развивать такую большую скорость и почему Лев Ерохин был такой легендой в Ульяновске. Он был победителем неоднократным различных мотосоревнований, но я думаю, что не только это поражало, но и воля этого человека. Он никогда не сдавался. В день открытия выставки «Лев Ерохин. Легенда ульяновского мотоспорта» прошли показательные выступления юных мотоциклистов, призеров спортивной школы национальных и неолимпийских видов спорта Ульяновска. Их тренером является сын мотогонщика Льва Ерохина Алексей Ерохин. На открытие выставки пришла и дочь Льва Ерохина, кандидат философских наук, доцент УЛГУ Ирина Зубова. Мне очень хотелось сказать о том, чтобы продолжилась вот эта вот работа по воссозданию истории ульяновского мотоспорта, который в настоящее время незаслуженно забыт. Пока еще вот живы, пришли ветераны мотоспорта ульяновского, которые выступали вместе с Львом Ерохиным. Вспомнить тех, кого уже нет, но которые стояли у истоков мотоспорта. Визитной карточкой выставки стал знаменитый портрет Льва Ерохина, который был сделан Эдуардом Архиповым. Он пробовал себя в спорте, но, как называл его Лев Петрович, был человеком искусства. В экспозиции представлены награды, грамоты, дипломы, значки и медали, которые заслужил мотогонщик Лев Ерохин. Эксклюзивные публикации в газетах и журналах, различные интервью, огромное количество фотографий переносят в удивительный мир мотоспорта времен СССР. Ирина Антонова, Улправда ТВ.